Это я? Это я? Старые немощные обречены. Это ты. Возьми. Они тебя ищут. О, черт! Они уже тут. Это теперь наша подлодка, нацисты. Вам и не отнять. Держись, Аня. Я иду к тебе. Сюда. Это пучковые излучатели микроволн. Очень хитрая штуковина. Надо вывести тебя из зоны поражения, и тогда я их снова запущу. Давай, иди сюда. Живо. Вот так-то лучше.
Ладно. Раз, два, три. Ау, Фидерзейн, вонючие куски дерьма. Так, Бласковец, я рад, что ты пришел в себя. Но я рад, что ты встал с постели. Где она? Я не видел ее с тех пор, как они с Кэролайн обороняли лифт на верхнюю палубу. Тогда покажи мне, куда идти, сэр. Энтли, ты хоть знаешь, сколько пролежал? 5 месяцев. Твое тело искалечено. Ты понимаешь меня? Почки отказывают. Будет трудно мочиться. Шмекели свой не сможешь использовать. Ну и много чего еще. Сейчас не до того, скажи. Фрау Энгель, она охотится за тобой. Перевернула все вверх дном и, наконец, нашла тебя. Нацисты проникли на подлодку. Много раненых, много убитых. Меня вообще отрезало от остальных. Все, мне пора. Нет, 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 Хакмир, Ништейн, чайник, я же сказал просто нет. Просто помоги найти лифт на верхнюю палубу. Ну, ты полный Оксен. Ты полный Оксен! Ну, ладно. Путь к лифту на верхнюю палубу лежит через толпу нацистов. Но! Я установил ловушки, правда, не успел их активировать. Но! Глянь сюда. Это карта. На ней показано, где стоят ловушки. Используй их против Феркакта Фашистен. Вот так. Вот так. Осторожней. Постарайся не умереть. Будь так добр. Ступай. Фрау Энгель. Ищешь меня? Наоборот, дамочка. Это я тебя ищу. Где бы ты ни была, делай все, что можешь, лишь бы все дожили до того момента, как я приду.
под нашим контролем. Почти все ваши друзья убиты. Хотите лечь с ними в одну могилу? Генерал Энгель готова пощадить всякого, кто сможет оружие и капитулирует. Это ваш последний шанс. Как мне это выглядит? Запустить конвейер вспять и попасть к лифту на верхнюю палубу. Thank you.
Веер пошел спять. Поехали. Чтобы ты очнулся. Я обуза. Что за глупость? Так, давай встанем. Как ты поправилась? Сет говорит, будет двойня. Потом, Киндерварт. Если выживете, еще успеете налобызаться. Вас нужно отправить наверх, на палубу. На палубу. Держись, Уильям. Огонь! Ты крутой, Макс! Улыбнись! Noch so ein böser Junge mit einer Waffe? Loslassen! Loslassen! Sigrun! Warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? Dieter, abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Ja, vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse und für deine Familie. Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los, Wange erhalten! Du bist nicht mal eine Backpfeife wert. Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, rein, Männer. Ich lock ihn raus. Megafon. Я обращаюсь к
готова пощадить всех остальных на твоем судне, если ты сдашься. Двери открыты! Приходи один! Похоже, мне пора. Не ходи туда, Уильям. Они захватили наших. Она держит наше судно. Что делать? Ты прав, Ингели. Тебе надо попасть наверх и как-то освободить лодку. Я боюсь за тебя. Ты слаб, Уильям. Ты совсем не в боевой форме. Я справлюсь.